Бергстрем. Алексон. Он легко ставит корпус сопернику. Устремляется в атаку. Канунников нужно забивать. И 1-0. Браво! Браво! Шикарная комбинация Рубина. И в концовке, в самой концовке 34-й минуты казанцы уходят вперед. Ну, какие тут могут быть претензии Александру Белину? Уж слишком шикарно, слишком быстро эту комбинацию хозяева поля разыграли. И здесь нужно отдавать должное Алексу Сонгу, который не постеснялся пойти вперед. Вот он берет игру на себя, уходит от одного, обыгрывается с Канунниковым, отдает обратную передачу. Опять-таки на Канунникова, и Максим затем неотразимо бьет в ближний угол. Шикарная комбинация, отличное взаимопонимание. И прозевали, откровенно прозевали защитники махачкалинского клуба этот рывок Максима Канунникова. 1-0. Вот так, быстрого гола не получилось, зато получился гол эффектный. Гол яркий, красивый, сама голевая комбинация очень и очень хороша. И та ставка, которую делает Хавьер Грасия на Максима Канунникова, именно как нападающего, на нападающего чистого форварда, а не как на...